Всем привет! Сегодня будем обустраивать магазин. Ну, уже доделывать. Вот, доделаем и обустроим до конца. Вот, полочки тут сделаны, последний магазин. И также посередине будет стоять еще какой-нибудь прилавок. Это такого типа рынок. Тут вот, видите, фрукты продают. Тут у нас, ну, фрукты, там овощи. Специи, тут только рыбу. И тут печенюшки, тут специи. И все. И касса. Сейчас начнем делать компьютерный магазин. Вот тут ноутбуки. Сейчас возьму за... Ой, не туда. Мониторы. Плазма. Также тут продаваться будет, ой-ой, отдельные телевизоры, как бы. Вот тут сейчас продают с монитором. И маленький телевизор. Потом из... А, это у нас был уже. Ну, также будет у нас Xbox. Это. Вот это и камера. Так, ну ладно, камеры я буду продавать. Не знаю. Ну, камеры, короче, тут будут продаваться всякие разные. Две камеры, стиралки, посудомойки, один Xbox. Также я решил продать один старинный телевизор. Ну и один телефон, который... Нет, не будет. Также надо повесить эту звонок. Продаются еще батареи. Много типа. Вот. Сейчас буду решать, куда поставить большой монитор. Я решил его поставить на огроменный стол. Вот так вот. Две плазмы, ну вот два плазмы. Ну, плазма. Также можем поставить еще столики. Вот тут вот так вот. Также можно компьютеры дальше продать. Все. Два разных компьютера. Все, вот. А, ну и также из другого мода я возьму принтера, компьютер, еще один телевизор, звонки, радио. Ну, короче, это же все-таки магазин, а не какая-то штуковина. Тут будут продаваться. Так, звонки. Так вот. Принтер я поставила, надо будет еще куда-то влепить. Вот тут вот столики. Я еще делаю тут стол. Сюда влеплю такой вот телевизор, компьютер. Телевизор сюда еще поставлю. А, и также сигнализация. Вот. А,
Так, принтеров, наверное, тут нету уже. Вот. Ну, и так тут кубик Рубик будет продаваться. Какая-то игрушка детская. Раку на стираку нельзя поставить. Ладно. Сейчас сюда столик еще один. И тут кубик Рубик будет стоять. Так, ну все. Вот компьютерный магазин. Все магазины тут есть. Вот касса. Так, телевизор я включу. Вот. Ну а в центре можно сделать. Магазин дверей. А это единственный магазин в районе будет, поэтому тут будет все виды дверей продаваться. Ну не все, конечно, но разного типа. И также лестница. Все, вот в центре как раз. Вот, двери. Всякого типа. Также лестница. Я их тоже изменю. Вот. Двери такого типа. Такого типа. Такого типа. И такого типа. Их я также покрашу в красивенький цвет. Так вот. Вот. Также еще такая вот дверь будет продаваться. Это на участок уже. Также какие-то еще двери у нас есть. Такая вот дверь будет. Вот. И сделаем кассу. Уже из другого мода. Вот. Ну, тут такая касса просто уже. Ну, сделаем такая вот касса. Сейчас сделаю по-быстрому. Вот вся и касса. Ну, также декорация продаду. Ну, также поставлю сюда вот компьютер. Такой современный уже. Вот отдел лестниц. А, также люки надо поставить. И забор. Ну, вот эти раздвижные ворота. Для того, чтобы показать, я сделаю вот так, такую вот систему. Небольшую. Это будет ворот уже самой этой. И также для декора я ее вот такой цвет покрашу. Вот. И также люки продаются. Ну а люки я поставлю куда-нибудь сюда вот. Это у нас люк. Да. Вот так вот люки будут. Такой. И такой он. Вот. Получается у нас разный рынок. Прям разные магазины, разные рынки. Тут торговля продуктами. Тут также рыба. Тут. Вот, также тут это. Так вот, тут получается отдел для дверей, лестниц. И тут компьютерный, ну, техника. Давайте вылетим.
Видим.